Югорские футзалисты помогли национальной команде одержать победу во втором матче чемпионата Европы. Он сейчас проходит в Нидерландах. На континентальное первенство отправились воспитанники югорского футбола Артем Ниязов, Данил Давыдов, Артем Антошкин и экс-игрок «Газпром Югры» Иван Чишкало. Очередным соперником была грозная сборная Хорватии. Но россиян ни капли это не смутило. Уже в первом тайме Артем Антошкин, Паулиньо и Иван Чишкало отметились голами и сняли все вопросы о победителе. Во второй 20 минутки россияне провели еще одну результативную атаку. Ниязов здорово сыграл на перехвате, Антошкин в касании отправил мяч в сетку. 4-0. Сейчас на счету уроженца Белого Яра Артема Антошкина уже 5 мячей в двух матчах Евро. Он пока лучший бомбардир турнира. Благодаря этой победе наша национальная команда досрочно вышла в плей-офф с первого места. Последний матч в групповом этапе подопечные Сергея Скоровича сыграют со сборной Польши.